Всем привет, с вами Нильфгорн, это игра Минимум. Будем играть первый раз, я, собственно говоря, в нее играю и вообще разбираемся непонятно в чем, потому что игрушка такая, ну, как видите, необычная. Вид ее необычный, так, какие-то кристаллы нужно собирать, что-то нужно собирать, явно уж... И что конкретно, мы определимся потом. А, здесь можно еще как-то второй мышкой подкрадываться. Так, блин, а Е, понятно, Е это... Странный какой-то чувачок. С первого удара, конечно, он меня вальнул. Ладно, с двумя катанами аж. Так, что-то как будто я прокачал. Или мне кажется. Чувак, спаси меня. Ух. Типа в космосе. Гравитации-то мало. Круто, круто, круто. Это было круто. Это было просто шикарнейшим образом. Мне очень это понравилось. Уа, дайте пройти. Умри, умри. Ах, сзади, 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 чувак. Мне какой-то... Так, как это у них такие пулеметы какие-то, что ли? Ладно, в принципе, поиграем пока что так, как есть, потому что есть. Ох, 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 ох. Эх, не успеваю переключаться, честно говоря, на какое-то другое оружие. Прям динамику боя, честно говоря, поначалу вообще не понять, потому что, ну, как-то такое, как сказать... Именно скорость боя здесь такая странноватая немножечко, поэтому надо просто тупо привыкать хотя бы поначалу. Зараза, он еще не хочет бежать, когда дерется. Я не знаю, что я прокачиваюсь, что у меня прокачивается, но я смотрю, три ствола у меня теперь, три ствола. Трехствольный какой-то агрегат стал. Есть! Красавчик! Какой-то, смотрите, ствол красный какой-то стал. Я уж не знаю, конечно, что конкретно-то он. У-у-у-у, как всего много-то. Я так понимаю, здесь какие-то деньги потом мы на это все... Да ладно, ниндзя херов. Отлично, мне нравится. Умри, 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 умри. Красавчик. Я просто вообще... Я не знаю, что там было, но свой ствол у меня просто какой-то мега какой-то суперский был. Упал. Классно, мне нравится вот эта карта, очень прикольно, в том плане, что здесь можно так необычно попрыгать, это всегда интереснее бывает. Так, давайте на открытый воздух перейдем. Так, во-первых, да ладно. Хоп. Есть. У нас... У обоих сразу одна мысль появилась. Умри! Есть! Я просто бог! Есть!
Все, меня уже убили дробовиком в пузо, по-моему, кстати. Ладно, будем иметь в виду. Но вот мне пока что вот такая... Такой вот вид... Так, блин, не пугайте меня, чувачки. Какие-то пулеметчики тоже классно выглядят. Все какой-то в какой-то такой странной броне. Что очень классно. Перезаряжайся. Ох ты, зараза. Смотрите их как много. Где наши пулеметчики? Отлично, мне нравится. Прикольная игрушка, динамичная. Мне говорили, что в самом начале здесь, конечно, будет тяжеловато. Но ладно, в принципе. В начале всегда, как бы, ну, не все так просто, как хотелось бы. Поэтому... Ух, с этой стороны тоже, что ли, давит? Попробуем прорваться с этой стороны. Нет, все нормально здесь. Оп. Ой-ой-ой, гранатки, гранатки, гранатки. Я не знаю, честно говоря, какой здесь должен быть бой, в том плане, что на что здесь играется, то есть на какие очки или что еще, что-то подобное. Умри, умри. Блин, блин, патроны. Так, отлично. Умри, 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 умри. Я так понимаю, когда он краснеет, тогда он больше умирает, да? Так, где, где, где? Щу, 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 щу. Прям вообще. Ух, какой я красавчик. Какой я красавчик был с двумя. Я понял, то есть мы убиваем катаны и получаем две катаны. То есть, ну, модернизируется, собственно говоря, оружие по ходу боя. То есть, чем больше мы убиваем, тем круче у нас оружие становится. Это круто. Это, ребят, очень круто. Я вот там увидел какой-то кристалл. Вот там вот надо его сходить забрать. Потому что, мне кажется, это очень нужная вещь. По крайней мере, в начале у меня было какое-то описание или что-то в этом роде. То есть... Ой-ой. Я тебя убью. Ва-а-а, умри! Ладно, не знаю почему. А, я его убил, и он меня убил. Отлично. Так, ну нет, я никогда снайпером не был хорошим. У меня всегда кривой глаз и, не знаю, там, дрожащая рука. То есть я исключительно такой какой-то режущий, убивающий. Ах ты, ну вот, не успел я переключиться. То есть, как правило, я какой-то такой именно атакующий момент у меня. То есть я просто бегу вперед, там, стреляю. Там мне, как правило, пулеметчики нравятся. Такие какие-то, типа, ну, там, Рэмбо, типа, таких чуваков там. То есть с автоматом наперерез, перепрыгивая через забор, отстреливаясь, кидая гранату. То есть такое мне нравится больше. Ну, по крайней мере, это мне ближе, чем снайперить, сидеть где-то там. Ну, просто у меня нету какой-то вот этой врожденной точности, что ли, как бы, реакции вовремя нажать на стрельбу, чтобы попасть в голову или что-то в этом роде. Следующая карта, в принципе, я не знаю, что-то там прокачивается у меня, что-то у меня там... Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то у меня там качается, я не знаю уж конкретно, что это происходит, но факт остается фактом, что что-то какое-то... Какой-то опыт я получаю. А вот какой... Так, блин. Такое чувство, что я его все-таки убил. Ну ладно, будем считать, что... Не я. Так, перезарядочка. Изучаем карту, потому что я в первый раз в эту карту играю. И что, где, еще плохо знаю. Поэтому... Умри, блин, заряды. Есть. Возьму кристалл. Не знаю, за что он отвечает, но что-то он точно делает. Это самое главное. Умри. Отлично, мне нравится, прям динамичненько так, честно говоря, все, то есть очень красиво все выглядит. То есть единственное, что непривычно, то есть в том плане, что как бы... Да ладно, у меня тоже для тебя сюрприз есть. И туда у меня есть сюрприз, давай, давай, давай. Есть, придурок.
Умри, а. Господи, уже. Я не знаю, как восстановиться, как полечиться. Ух, ну, тут такой ниндзя с двумя катанами меня убил, в принципе. Что ничего тут не поделаешь. Смотрите, чувак в броне, то есть, получается, здесь можно и броньки покупать. Прикольно, очень прикольная игрушка. Я даже, знаете, у меня есть такая идея. Единственное, что она, ну, не бесплатная, то есть, ее нужно покупать, поэтому, в принципе, я в нее и не смог поиграть, потому что, ну, в самом начале, когда она выходила, когда можно было в нее играть, то есть... Ох-ох-ох-ох-ох, где? Блин, ну ладно, двое расстреливают. А, меня снайпер вообще снял. Так, ну вот я смотрю, нет никаких пулеметчиков. Ладно, в принципе, хотелось бы очень, конечно, пулеметом как-нибудь поиграть или что-нибудь в этом роде. Так, не знаю, что за кристалл до сих пор. По-моему, вот там прорыв, и давайте его убьем. И интересно, вот здесь есть попадание в голову, к примеру, или что-то в этом роде. То есть, есть. Ух ты, не пугай меня так. Я уж не знаю, что у меня прокачивается. И кстати, вот такое чувство, вот это как будто хил. То есть, смотрите, просто бегает, тупо собирает кристаллы. А вот зачем он это делает? Так, а наверх как-то можно? Ой-ой-ой, куда это я упал? Блин. Интересная очень игрушка. Другой вопрос, конечно, что я не очень такие люблю. В том плане, что где вот дедматч, там друг друга убивать постоянно нужно. Но я люблю эти игры... по, ну как сказать, иногда что случилось, как это я так замедлился, что я теперь исключительно только хожу, что ли, не пойму. Я какие-то кристаллы собираю, а вот что они дают, почему я хожу? А вот присесть нашли, отлично. Почему я хожу, почему я не бегаю? И где вообще все? Такое чувство, как будто я в другую галактику попал, где нету боя. Типа будет, да будет тут мир, короче, вот так вот. Блин, отдай мне, отдай мне. Смотрите, к сожалению, вот прокачка только могут все, так сказать, подбирать вот эту прокачку. Давайте поможем гранатами немножечко. Вдруг попаду. Вот, кого-то попали, по-моему, да? Умри, умри, умри. Да ладно, да ладно. Зараза, ну их двое. Ну, я его почти покуцал, смотрите, у него. Он покраснел. Почему? А почему я хожу-то? Я не понимаю. Что я такого нажал? Так, С, все. Так, ребят, мне не нравится это. Почему я хожу-то? Так, команда... Нет, что я еще мог нажать? М. New Armor. А. Смотрите, у меня горит New Armor. Я собрал 10 кристаллов. А 10 кристаллов это у нас новая броня. Давайте. Ух ты, ребятки. Опять я... Я понял. Похоже, у меня... Секундочку. Починка. Починка немножечко. Потому что у меня почему-то Е нажимается... В самом начале. Круто, собираем кристаллы, получаем броню. Отлично, давайте еще штаны. Смотрите, че я какой, а? Нет, все равно я почему-то хожу, не знаю почему уж. Да уйди ты, не мешайся. Еще кристалл. Не вижу врага, не вижу врага. Есть, давай, давай, давай. Прокачивайся. Еще я, смотрите, еще могу броню взять. Давай, ну что ж такое-то. И еще могу броню взять. Нет, не могу уже броню взять. И почему-то я вообще перестал как-то двигаться. Может быть, я потяжелел, я не знаю. Круто. Такой рыцарь, стрелок-рыцарь. Я, похоже, очень много кристаллов. Либо тут не за кристалл, а за деньги. Вот что еще может быть такой момент. Да, я вот смотрю, я вот эти денежки собираю. И, скорее всего, появляется возможность, конечно же, еще. Покупать броню. Блин, ну почему я хожу? Я этого не понимаю.
Как так? Кто меня убил вообще? Нет. Мне это не нравится. Во-первых, я почему-то сразу кидаю... Кидаю гранату. Блин, честно, прям. Давайте я нажму на паузу и разберусь все-таки, в чем проблема. Так, продолжаем. Я понял, что... Я не понял нифига. То есть я не знаю, почему так происходит. Я понял еще, что на вторую кнопочку можно... Так, все, конец игры. Я не знаю, кто выиграл. Выиграли красные, и я не в красных. Так, ну ладно, в принципе, это нормально, как бы проигрывать всегда нужно. И до этого вроде бы я тоже не выиграл. Так, какие-то задания, то есть убить, что ли, как-то или что-то в этом роде. Вот убить. Шотганом, я так понимаю, 10 человек. Killfest. Первое убийство, что ли? Сделать. Ладно, давайте посмотрим, что следующая карта нам. О, какой-то китайский городок или что-то в этом роде. Если я здесь сейчас пешком буду ходить, это также будет очень странно. Нет, а, вот, все. Фу ты, господи. Ребят, прошу прощения за полнейший тупняк. Я, похоже, просто загнался, что надо это было для бега-то на shift же нажимать. Вот это я, конечно... Ну, это только я так могу, на самом деле. Это... Умри, 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 умри. Умри, 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 умри. Правой кнопкой мы, кстати... Есть. Ух, набил я, набил. Красавчик, я просто шикарен. Я просто шикарен, ребятки. Мне нравится, что у меня получилось. Единственное, что я сейчас без брони. Нужно броню быстро, срочно покупать. Пока что я этого не могу сделать. Потому что... Вали, козлов, вонючка. Давай. Есть, я прям вообще сейчас какой-то мега... Короче, вообще я тут кучу народу убил, на самом деле. По-моему, гранаты. Ладно, давай покупаем себе броню. Сразу вот. Верхнюю. Правой мышкой, когда мы нажимаем на правую кнопку, он дает короткую очередь, но более точную, чем мы постоянно, если очередью стреляем. И это на самом деле очень... Вон прям как... Ой-ой-ой, гранату, гранату сам под себя. Есть. Килл, 100 киллс я уже сделал в общей сложности, я так понимаю. Очень круто. Мне нравится. Так, мой кристалл, кыш отсюда. Чувак, скат. Отлично, вы мне подарите прокачку. Спасибо также моему соратнику. А-а-а, ну вот он дробовик достал. Зараза. Ладно. Давайте покупаем еще. Еще броню. То есть модернизирует. Оп-о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 п. Смотри, какой дерзкий-то. Ну. Вот надо научиться сразу переключаться на следующий бой. Ну, то есть на следующую, как бы, оружие. То есть переключаться между оружиями, а я, ну, как-то. Как-то у меня не получается, честно говоря. Ну, блин, вот тоже вот. Он с дробовика немножко может отходить, а мне с катаны приходится все-таки подходить в упор. Ну, может быть, здесь я сделал ошибку, потому что на правый клик катаны можно ускорение нажать. Можно на ускорение получить, то есть он в рывок вперед. Есть! Красавчик, просто бог нафиг. Бог войны кубической. Так, можно проапгрейдить броню. Давайте все-таки я штанишки себе еще одену и побежим мы немножечко, пробежимся. Единственное, что я не вижу жизни, общей жизни. Куда он делся? Есть. Куда он делся? Куда он делся?
Здесь же ничего не поделаешь, он просто меня подловили на самом деле. Ладно, погнали, погнали, погнали. Да блин, ну вот тоже вот. Просто чувак с дробовика меня всадил в упор. Ладно, будем иметь в виду, все-таки надо вот переключаться и, ну, на ближний бой в такие моменты. А я еще прям давлю как-то с пулеметчиком своим, каким-то недоразвитым, честно говоря. Так, что здесь стоим-то? Я не вижу куда. Вот. Беги. Ну давай. Есть. Я еще пытаюсь прокачиваться и прокачиваться броню. Ну все, двое меня просто зарезали. Нормально, мне нравится. Очень экшеновая игрушка. Прям-таки, прям вообще бешеный экшеновый, конечно. Прокачиваем немножечко себе броню. Да ладно, че ты, успокойся. Вот так-то тебе получил дробовичком. Базучкой-то. Красавчик. Так, где-то кого-то режут наши. Да давай. Прям. Эх, ну меня сзади просто расстреляли. А у них снайпера. Опять мы вроде выигрываем, а вроде бы и проигрываем. Бой не пойму я немножечко. Ладно, разберемся, ничего. Броня так. Да ладно. Все, отлично. Снайперюга. Вот снайперюга, надо его убивать, прям вообще резать. Вижу. Ну беги. Есть. Все. Мы выиграли. Ну на этом я заканчиваю. Игрушка очень замечательная. Прям, знаете, вот такое чувство в динамике. У меня прям, я с улыбкой все это проходил. Очень мне понравилось. Прям динамично, интересно. Уровни такие, видите, все они такие простые. Игрушка, вот буквально я за 20 минут уже разобрался, что и как мне делать. То есть, в принципе, все понятно. Единственное, что там вот как-то нужно разобраться. Давайте выйдем и посмотрим, к примеру, как бы можно ли оружие какое-то покупать. Смотрите, UKIP новые всяческие. Я так понимаю, это наборы, да? Вот, как раз таки. Давайте вот четвертым можно экспериментировать. Можно разный набор. Смотрите, тут всяческого оружия это немерено. Мечи, катаны, второе оружие тоже похожее, я так понимаю. И третье это девайсы. То есть можно, пожалуйста, поставить такую же вот установочку. Пожалуйста, можно какие-то новые мины. Rename loaded. Ну это что-то такое новенькое. Так, крафтинг. Скип. Угу. Так, у меня 4, я так понимаю, 4 блока вот каких-то. Из-за них надо открывать, я так понимаю, рецепты. Как-то так. Миниган, форк лаунчер, то есть ракета, ракетный лаунчер, я так понимаю, мини лаунчер, господи, апгрейд девайсы. Я так понимаю, это все можно здесь грейдить, конечно же. Это очень интересно, собственно говоря, сам персонаж, как он выглядит. Можно также, ну это вот я так понимаю, за реальные денежки можно покупать всяческие супер-пупер броньки, которые будут отличаться от всех остальных. Это тоже очень симпатично. Так, что же у нас еще есть? Блюпринт. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. А, смотрите, разные брони можно прям. Ух ты, классно. Все выглядит очень классно. Также вот за эти кубицы, ну, квадраты, блоки, можно покупать. Вот я так смотрю, вот здесь вот можно грызить всяческие броньки.
открывать и делать другой вид, я так понимаю. Очень классно все выглядит. Если вам понравилась игра, ставьте лайки и прям вообще вот прям побольше лайков. И то есть, если наберется очень много лайков, я еще обязательно сниму серию, как тут я бучкаюсь, стреляюсь, воюю, уничтожаю, либо уничтожает меня. Ну, то есть, я думаю, последний раз вот я как бы научился немножко, и мне кажется, я повел себя очень так достойно на поле брани. Так что присоединяйтесь к моему каналу, то есть подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присоединяйтесь в группе ВКонтакте. И также я ищу себе переводчика для обновлений, ну, то есть английского текста, обновления. Ну, в сумме это переводить надо будет просто всяческие обновления к разным играм, потому что, ну, у меня, к сожалению, не все это получается делать самому. Если вы хотите участвовать, то пишите мне ВКонтакте. Ну, с вами поговорим, разберемся, может быть, вы подойдете. С вами был Нильгорн. Всем всего хорошего. Пока.